Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Shadow Fight 2 Special Edition. Так что у нас, ребята, история сенсея. Старые раны, поехали. История сенсея, часть первая, свидетель. Однажды во время прогулки я встретил правителя местных земель, которому угрожала смертельная опасность. «Спасите, эти люди хотят меня убить!» — кричит князь. «Не слушай князя, старик, он сошел с ума. Мы отведем его высочество домой, пока он не навредил себе. Твоя помощь не требуется». «Правда? А вот я вижу напуганного человека в окружении головорезов. Что-то подсказывает мне, что князь говорит правду. Отойдите от него». «Ха-ха. Дело твое, за разговоры мне не платят. Две головы больше денег. Взять их, ребята». «Нравятся мои узоры, там, откуда я родом, их набивают сильнейшим в память о военных подвигах. Теперь и ты станешь частью моего рисунка», — говорит Искра. «Ну что же, это будет наш первый враг. В бой, ребята! Ух! Посмотрим, что это за девочка такая, Искра. Хм. Играем мы, ребята, за сенсея. Так, ага, с кинжальчиками, да, значит? А я... Ну, а я, естественно... с мечом. Да ты достала уже, а, вкори меня. Так, ребята, она припухла, я смотрю. Ох ты. Слушайте, ну, сами прекрасно видите, по-моему, ей хана сейчас будет. Так, тихо, тихо, не надо тут мне выплясывать. Перебил, ребят, перебил. Так, слушайте, я смотрю, она любительница издалека сюрикены побросать. Точно, так оно и есть. Тогда будем ее держать в средней дистанции. Да ёпрзате. Ха-ха. Получи и распишись. Подлюка ты мелкая, а? Искра. Но это был только первый, ребята, бой. Сейчас у нас второй будет. Понеслась, родная. Я уже, в принципе, понял тактику ее. Так что мне теперь будет без проблем, я думаю, ее заколбасить. Ты смотри-ка, перебила, а? Да что такое, сенсей? Ну что? Блин. Что у тебя за долгоиграющий такой удар, а? Ты замахиваешься, потом еще что-то делаешь. Блин, не надо так делать. Искра, успокойся, а? Сейчас у тебя искры из глаз просто посыпятся. Черт, не успел подловить ее, а? Гадюку я такую. Ну, ай! Какая же у тебя комбинация длинная и долгая, а? Сенсейчик. Ну давай, подходи, подходи. Ах ты, зараза ты мелкая. Все, пора, ребята. Да что ж ты будешь делать-то? Да... Не, ну так мы далеко не уедем, ребят. Сейчас она меня еще заколбасит здесь, а? Черт подери. Вот тебе и недооценил я девочку. Ладно, ребята, последний раунд у нас. Либо я, либо она. Хотя бы вот так надо будет бить. Ага, нормуль. Это лучше, чем прописывать долгоиграющую комбинацию, ребят. Так что... будем вот так вот, наверное, и делать. Ух ты, ё-моё. Да ладно. Не может этого быть. Я не должен проиграть. Но, по ходу дела, так оно и будет, ребята. Ай-яй-яй. Так, иди сюда, мразь. Ай, черт бы тебя побрал. Ладно, ребята. С кем не бывает. Думаете, я так просто сдамся? Мои воспоминания такие расплывчатые. Мне кажется, я выиграл тот бой. Да уж, сенсей, ты выиграл тот бой, конечно. Надеюсь, что сейчас у нас все получится. Это, кстати, у нас первая, ребята, стадия. Их будет три. Так что все мы это с вами пройдем. В этом издании, которое вот я играю сейчас, ребята, есть все, что в оригинале Shadow Fight 2. Кроме... подземелий и зачарование оружия. Остальное все есть. Ну иди сюда, иди. Я тебя сейчас угощу своим клинком, блин. Так, отлично, ребята. Да что ж тебя. Так, мне бы как-то ее подлить. Сейчас опять будет, наверное, а нет. Думал, сейчас сюрикенчик бросит. Нифигашечки. Успокойся, блин. О, начала свою деятельность, блин. Метательница. Так. Черт. Нашугарял, сижу тут, ребят. Так, получила пяткой в нос. Вот так вот, отлично, ребят. Продолжаем долбить ее. Да что ж ты будешь делать, а? Ты смотри. Не угомонится все никак.
мерзопакостная баба. Ага. Не нравится тебе, когда вблизи-то, а? Сразу все? Отскакиваешь? Вот так я, ребята. Опа, и она тоже промахнулась. Ну что, заключительный удар? Да что ты будешь делать, сенсей? Ну хватит расслабляться, давай, бомби ее. Нет, все равно мы ее сейчас добьем, ребят. Тут осталось-то расплюнуть, а? Ну, вот так вот, ребята. С локотка, как говорится, мы ее уложили. Но это была только первая победа. Ух, нас ожидает второй раунд. Так, подрезали маленько. Ну, давай, иди сюда ко мне как раз. Вот как раз подстать. Да что такое? Почему промахиваемся мы, а? Сенсей, где же твоя меткость-то? Ёпарасоте, началось. В России утро. На, выкуси, дура. Ты смотри, какая неугомонная, а, соплячка. Так, ребят, я не знаю, блин. Все по привычке, хочу в нее бросить свой сюрикен, но здесь, как вы понимаете, его нет у меня. Ах ты, зараза. Сейчас еще метнет, нет? Ну давай, подходи. Ага, началось. Так, ребят, надо, наверное... Оу-оу-оу, перекатываться, скорее всего. На-ка, выкуси, гнида. Вот так. Слушай, она буквально моментально сравняла жизни, блин, а? Это первый раунд, такое ощущение, что, знаете, как будто на расслабоне проходится, а вот здесь уже начинается действительно жесткость, блин. Падла, вот, неужели ты ее достал, а? Ну что, ребята, вот и искра сдохла у нас. На грани мы получили достижение. Так, победа за нами. И у нас с вами стадия 2, между прочим. В бой. Наш клан делает работу, о которую даже боги не хотят марать руки. Мы решаем проблемы и исправляем чужие ошибки. И ты одна из них, говорит нам клерик. По-моему, ребята, пора его проучить. Так что не будем долго тютюкаться с ним, да? Клерик. Сразу вспоминаю Shadow Fight 3. Там тоже был такой же чувачок. Посмотрим. Так, ага, он с кастетами, значит. Ладушки. Неплохо начали, мне нравится. Ну что ты тут лазишь, ползунок, а? Куда хотел метнуть, а? На-ка. Опа. Блин, промахнулись опять, а? Так, ребят, сейчас, подождите. Слушай, у него что, кастетов нет, что ли? Ух ты, я ему выбил, елки-палки, ребят. Так все, значит, он наш. Так, и добивочный. Сосунок. Мне других слов нету. Так, первый раунд за нами. Когда это я ему умудрился, правда, кастеты сбить, я что-то как-то не успел даже разобраться с этим делом. На! Вот так вот. Пол хпшки отнял сразу же. Ух, ну и клерик. И он еще что-то там говорил мне. Град ударов, я его просто, ребят, заколбасил. Головная боль. Да, голова у него будет теперь, наверное, долго болеть. Так, отлично, мы с вами прошли вторую стадию, да? И у нас заключительная. Давайте-ка. Я не могу просто так уйти. Я уже взял деньги за жизнь князя. Ничего личного, старик. Это у нас, ребятушки, рысь. Первый босс. Первой, так сказать, локации. Ну что же, вот у нас сенсей с ней и повстречался. Ну давайте посмотрим. Он также будет. Ах ты, гада. Так. Главное, что он, по-моему, бомбочки свои не бросает здесь. И это хорошо, ребят. Так, ох, нет, бросает он все здесь, бросает. Ё-парасоте. Да, довольно быстро он меня разобрал. И даже пикнуть не успел, если честно. Так, ладно, ну это был разминочный, так скажем. Так. Ага, пошло дело. Бросочек он мне, гад, сделал. Начинает свою херню. Метает, а, ребята, отравляющие у него звездочки. Так. Слушайте, но меч-то мой довольно неплохо рубит. Если я, конечно же, попадаю по нему, смотрите сами. Опа, добиваем. Трус, блин. Опять он меня бросает, а, гад. Ну. Да что ж такое-то. Не-не-не-не-не, главное, чтобы он своими когтями по мне не попал, ребят. Ловим. Ну, есть. Фух, мы сравняли счет 1-1. Так, ну что, будем надеяться, что здесь во втором раунде мне повезет больше, чем в первом. Ну иди сюда. О, хорошо прописал ему.
А он промахнулся, гад. Черт. Ну, главное... Да что ты будешь делать, а? Ты достал своими бросками, гнида. Блин, звездочку еще влупил в меня. Хорошо, не отравляющий. Так. Нафиг, нафиг. Не будем с ним тут слишком... Ах ты, зараза, подловила меня. Все время тут крутится, как падла, а? Слушайте, если у меня сейчас пройдет удачная комбинация, и он труп, ребята, он будет труп. Ну... Все, добиваем. Да что ж такое? Ну, все, я его просто ухайдакал в углу. Он даже ничего не смог сделать. Ну что же, ребята, вот как-то так. Что нам скажут на это? Спасибо, ты благороден. Мало кто вступится за незнакомца. Я уже был готов принять смерть. Потому что эти люди не знают милосердия, говорит нам князь. Да, ребята, а что? Как будто у меня был выбор, да? Я знал то, что не должен был. Мои солдаты обучаются запрещенным практикам у некого отшельника. И меня хотели убрать как свидетеля. Даже так? Я собрал людей и направился к нему, чтобы все выяснить, но попал в плен. Правда, удача не отвернулась от меня, и я смог сбежать. Слишком много совпадений. Кто-то знал о вашем визите и предупредил разбойников. Но при чем здесь отшельник? Мы должны выяснить это. Идем. Ну что ж, дорогие друзья, давайте тогда мы с вами уже встретимся, наверное, во второй части этой эпопеи про сенсея, так что далеко не уходите. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем вторую часть за сенсея. Так, ну что же, в прошлый раз я поведал о том, как спас князя от убийцы. Я узнал, что солдаты князя втайне обучаются у отшельника, и мы направились к нему. История сенсея, часть вторая. Тень грядущего. Вы оказались между молотом и наковальней, господин. Да, я предал вас. У меня не было выбора, ведь на карту поставлено будущее моей школы. Этот заносчивый юнец Рысь не справился со своей задачей. Видимо, его работу придется делать мне. Ученики, сюда. Грядут перемены. Я пересекла половину мира, чтобы понять это. Столь многим пожертвовала. И мудрость учителя — это все, что у меня есть, говорит Лотос. Так, ребята, я так понимаю, будем драться сейчас с Лотосом. Ух, опять бабенка. И, кстати, посмотрите, у нее что-то с рукой. Такое ощущение, что там какой-то протез. Нифига у нее веерочки-то. Хо-хо-хо. Но зато она вата, смотрите, ребят. Тихо, тихо, не буянь, родная. Иди сюда, я... Ты Лотос, блин, а я кувшинка, блин. Ух. Стебель бамбука, елки-палки. Так, да угомонисты, ё-моё. Опа, бросочком мы ее добиваем. Мне понравилось. Слушайте, ну что ж, первый раунд за нами. И причем довольно как-то легко. Особых таких проблем я не увидел. Так, что такое, что она делает? Ох, ё, ничего себе у нее тут. И веерочки-то не просто так. Они еще у нее летают. Так, тихо. Главное не пропустить удары, ребят. Ха-ха, подловил. Собака, что делать, а? Выкрутасничает, гадина. Так, сенсей, ну ты же, блин, старый воин. Ну что ты, ну опять ты за свои выпендрежи. Так, нормуль. Ну давай, давай, подходи. Ах ты. Не тут-то было. Блин, не нравится мне, ребят, вот этот вот меч. Ненавижу я вот драться именно им. Дайте мне лучше в руки молот. Оу, щет. По-моему, все, ребят, доигрались мы. Блин, сейчас она мне удар просто сделает, и все, и хана. Оу, прям по чайнику. Хорошо, ладно, гадина, она сравняла счет. Но я думаю, что это ее не спасет. Главное просто сейчас не расслабляться. Но опять он начинает свою дурку включать. Слушайте, не надо вот эту делать комбинацию, мне кажется, да? Еще и бросочек прописала. Ага. Любитель, блин, побросать сюрикен, ребят. Так. Тихо, тихо, тихо. Если уже делать, ребят, то только издалека. Вот эту комбинацию пробивающую. Оу, щет. Я уж думал, меч потерял. Нет, нифига. Так, тихо, блин. Да что ж такое, она мне не дает даже. Во, отлично прописал. Ребят, у нас жизни с ней практически на равных. Ага. И
добили все-таки мы ее. Полоснул в конце чисто случайно, но тем не менее. Победителей не судят. Ну, а у нас вторая стадия. Учитель рассказывал о мире теней, его обитателях и невероятной силе, которую поделится с нами. Думаешь, я позволю все это у нас забрать? Предвестник говорит. А как будто у тебя есть выбор, лох. Давай-ка посмотрим, из чего ты сделан. Я смотрю, у тебя тоже в руках меч. Да, ребята, один в один, как я. Ну я-то сенсей, а ты-то какой-то там, блин, предвестник. Никчемный, наверное. А? Понравилось? Вот так полежи маленько. Как я ему ногу-то еще подрезал, а? Сразу, бедный, захромал аж. Ну что, все, я смотрю, у тебя азарт упал. Пора добивать его, ребят. Ты смотри, что делает, а? Как говорится, на дорожку все-таки вот надо было ему метнуть в меня свой сюрикен. Так, раунд 2. Слушайте, ну по-моему он вата. Я ничего в нем такого заурядного не вижу. Так, вот звездочки, ой, звездочки, сюрикен свой поганый в меня метает. А? Вот. Сбил, гаденыш. Уронил меня. Слушайте, я вот смотрю, первый раунд с любым противником у нас почему-то проходит вообще замечательно. А дальше как-то сложновато все. Ну, опа. Так, давай-давай. Блин, да вот почему? Я же должен был по нему попасть, по идее, ребят. Ногой, ну, что-то нифига. Так, опять бросает. Ага. Своими подножками, ага. О, добиваем. Да, ребята, мы его сделали. You win. Ладно, погнали дальше. У нас заключительная стадия. Третья. И кто здесь у нас будет? Князь, вы жертва обстоятельств. Ее нужно было принести для общего блага. Моя школа станет великой и настанет золотой век боевых искусств. Отшельник, значит, у нас. Ну что ж, давайте мы его сейчас попробуем разобрать. Это у нас, ребята, в истории сенсея. Здесь все немножко по-другому. Так, я надеюсь, он не будет здесь использовать магию. Нет, наверное. Хотя хрен его знает. Так, это что там у него за... Оу, щет. Да нифига ты. Аж три сюрикена подряд бросает, ребят. Достал он, гад. Так, что там у него такой за пассивный перк включается, а? Интересно, ребят. Так, ну, черт, такое ощущение, что нифига мне не выйдет, блин. Да ты достал со своими сюрикенами, гнида. Отшельник, успокойся, вали отсюда, а. Ты хоть будешь драться-то нормально, или ты будешь только звездочки свои бросать? О, ребят, есть шанс, шанс добить его сейчас. Ну, прописал ему, хорошо, просто замечательно. Ну что же, ребят, первая победа за мной. Хотелось бы, конечно, и вторую сразу же. Давай, отшельник, не выделывайся, главное сейчас. Ты смотри, а, началось, блин. Так, получил по сапатке. Ага. Так, разошлись мы с ним. Да-да-да, конечно. Что у него там включается постоянно, а? Так, ребята, у него очень мало хп. И... Ну, вот и все. И не стало, ребятушки, отшельника. Ха-ха, лох он. Так, ну что он там, прочирикает нам что-нибудь на дорожку или нет? Стыдись, ты продал свою честь потрохами. И ради чего? Думаешь, люди пойдут за предателем? Какой пример ты подаешь молодым? Пойми, нашему ремеслу конец. Ему нужно меняться, чтобы выжить. Я знаю как. И Сёгун обещал мне защиту в обмен на обучение его людей. Моих людей ставить его во главе армии было ошибкой. Если у тебя осталась хотя бы капля чести, скажи нам, где лагерь бандитов? Недалеко отсюда живет мясник и его банда. Это они похитили вас, господин. Идите, желаю вам найти свои ответы. Ну, а на этом я завершаю это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видосиках. Всем пока.